dvhub.ru. Вот видите, мне пришло, кто такая Лариса Беляна? Ну, я темный человек, я не знала. Опять-таки, в стихотворении часто встречается, приходится литературу поднимать. Литературу, справочник, они у меня лежат прямо вот на столе. Маленький столик, там внизу полочки, я держу их, потому что всегда это все надо. Всегда, каждый раз заглядываешь, уже память где-то что-то, раз, опять заглянешь. Ну, даже вот как она, как говорю, когда и пишут, как она могла мужу написать, я тебя рожу еще. А как могла женщина поддержать своего мужа, да я тебе еще рожу, когда ребенка. Ну, я не знаю, я считаю это нормальным, вот это так вот она сказала, так? Ну, не знаю, во-первых, не имеем права уже Цветаева. Гениальнее ее просто, из женских. Ее нет, это она самая гениальная. Ее стих, это столько новаторства. Другие, они технические, и Ахматова, которая себя, вот не могла ее к Ахматовой подступить. Долго она меня не пускала, Ахматова. Вот материалы лежат, а я не могу взяться за ее поэзию. Не могу. Да, нет, я долго не могла. Знаете, прямо как будто меня раз и толкает. Я говорю, что ж такое? Пока не переворошила всю литературу, я поняла, меня она не пускала. Не почему? Когда я Чуковскую прочитала, воспоминания дочери Чуковского, оказывается, она по-своему была. Стали тиранами. Она своим колесом репрессий на друзей. Понимаете, она очень жестко, но она имеет право, она великая тоже. Ну вот, я сразу поняла, Цветаева, она всех искала, страстная. И опять-таки про нее грязь читаю, она говорит, я маюсь по людям. Она влюблялась, неважно в кого, это не то, она влюблялась, она страстно в кого. Она искала равного себе, с кем может поговорить, с кем общаться духовно может. Как она говорила, что в основном меня окружают петухи. Как? Это же, понимаете, чтобы постичь поэта, это надо, наверное, будет перечитать огромное количество воспоминаний. Я уже с кем-то, например, кто-то пишет воспоминания, я уже спорю, не принимаю, не понять, что у меня она не знает. Что-то сегодня сыновато. Не выпить ли эту? Нет. Эту каплю, а какая прохладная на вид. Микробы услышали и ужасно испугались. Они забегали по капле. Гремели славы в сказках и былинах три друга, три товарища старинных. Причем к плечу с врагами бились три богатыря: Алеша, и Добрыня, и Илья. Прошло веков немало, но до ныне мы знаем эти лица на картине. И память вечную хранит о вас родимая земля. Алеша и Добрыня. dvhub.ru